Приветствую вас в этом видео. На связи Вячеслав Опилкин. Я рад, что вы перешли ко второму уроку и надеюсь, что вы уже выполнили первый урок и установили расширение VKBOSS, потому что без этого вся система работать у нас не будет. И теперь давайте перейдем ко второму уроку. Это обзор расширения SuperSMM. Расширение SuperSMM изначально оно было одно, то есть в составе SuperSMM входил еще модуль AI, который как раз таки сейчас отделился в отдельное расширение VKBOSS. Вот, и все функции SuperSMM теперь стали работать отдельно, и расширение VKBOSS теперь работает отдельно. Можно пользоваться и SuperSMM, и VKBOSS как два отдельных расширения. То есть и в этом видеоуроке я вам покажу и расскажу все возможности расширения SuperSMM, которые нам просто облегчат работу ВКонтакте, наверное, в десятки раз, чем это делать руками и проводить все самостоятельно. Итак, давайте перейдем к установке этого расширения. То есть для этого нам необходимо будет перейти по ссылочке, получить доступ к SuperSMM. Итак, я нажимаю на ту ссылочку, и нам открывается страница авторизации через ВКонтакте. То есть мы сразу же можем нажать на эту кнопочку, нажать «Разрешить». Нажимаем «Войти через ВК». Так, здесь нам спецпредложение идет за 500 рублей в месяц, ну и можно будет воспользоваться позже. То есть в течение 3 дней можно купить все возможности этого сервиса за 500 рублей в месяц. Вот, но пока мы это пропустим. Вот и перейдем к установке этого расширения в браузер. То есть также здесь нажимаем кнопочку «Установить». Все, идет проверка, все, оно установилось. Теперь нажимаем на него и нажимаем «Войти». Все, загорелось зелененьким цветом. Теперь мы можем вернуться на нашу страницу ВКонтакте. И у нас появились вот такие вот вкладочки. То есть это как раз таки панель управления уже расширением SuperSMM. Так, давайте я пройдусь по всем возможностям этого плагина и покажу, что можно делать с помощью этого расширения уже именно в сети ВКонтакте. То есть нажимаем на шестеренку, и вот здесь такая появляется вкладочка «Настройка модулей». То есть сейчас нам дается тариф раритетный, то есть это все функции, но действует он только будет 3 дня бесплатные. Но в дальнейших видеоуроках я вам покажу, как можно активировать вот этот вот тариф уже на 15 дней и пользоваться всей этой системой 15 дней бесплатно. Вот на этой панели мы можем вывести, то есть какие нам нужны модули, чтобы они вот здесь вот у нас появились. То есть можем до 5 модулей можно включить и нажать кнопочку «Сохранить». Все, вот эти вот все модули появились здесь на панели. Но здесь вы можете, конечно, уже потом, когда начнете пользоваться этой системой, то есть убрать и оставить только вам необходимые модули, чтобы здесь тоже места она не занимала много. Вот, теперь перейдем к обзору определенных модулей. Модуль аккаунты. То есть в этом модуле мы можем добавить свои аккаунты, которые у нас существуют вообще ВКонтакте. Здесь можно купить какие-то аккаунты, чтобы потом с ними в дальнейшем работать. То есть и сюда вот их уже загрузить. Добавить, например, свой аккаунт. И здесь уже можно ввести логин, пароль от ВКонтакте. То есть тем самым добавить сюда аккаунт. Также здесь в дальнейшем появятся аккаунты Facebook, Instagram вот уже есть, и в Одноклассниках. То есть аккаунты можно будет добавлять и работать с ними. Но пока еще есть только ВКонтакте и Instagram. То есть здесь также можно подключить свой аккаунт. Так, идем дальше. Модуль VKGram. То есть этот модуль отвечает за то, что можно делать сторис, например, в вашем Instagram, и эти сторис будут также появляться и ВКонтакте. То есть, но пока временно этот модуль не работает, то есть разработчики занимаются, и пока не будем заострять на нем внимание. Модуль команда. Так, здесь мы можем, то есть, пригласить людей. Например, если у вас есть какой-то помощник, то есть можно его сюда пригласить, и он будет также это все системы, например, управлять. То есть, если у вас нет свободного времени, вы можете сюда пригласить своих помощников, и они будут все это дело настраивать и упрощать вам работу. Поехали дальше. Модуль очистка.
тоже очень хороший модуль, если у вас, например, накопилось много друзей, с которыми вы не общаетесь, или их уже заблокировали, удалили, то здесь можно нажать поиск. То есть, и вот он уже, у меня сейчас пока нет никого, то есть найдет забаненных, удаленных людей, и мы можем их удалить. Также здесь можно выбрать определенную вашу группу, например, нажать поиск. Вот, и здесь вот он нашел у меня забаненных 726 человек, удаленных 256. И вот можно, в принципе, вот это все, всех вот этих людей удалить и почистить свою группу. То есть, ну, это я сделаю потом в дальнейшем. Вот, а также здесь можно найти сообщения. То есть, какие-то, если у вас есть непрочитанные, неотвеченные, еще что-то, здесь можно вот эти все сообщения, то есть, сделать их прочитанными. Тоже очень хорошая функция, упрощает работу и сохраняет нам наше драгоценное время. Так, идем дальше. Модуль парсинг. Тоже очень интересный модуль, аналог, возможно, даже Target Hunter. То есть здесь мы можем найти по ключевым словам какие-то определенные группы и потом спарсить аудиторию этих групп для дальнейшего, например, загрузки уже в автолайк, как я показывал, то есть и пролайкивание этих групп. Вот, идем дальше. Модуль пост. Тоже очень интересный модуль. Здесь мы можем загрузить свои посты. То есть прямо даже на месяц можно загрузить эти посты с помощью вот этой функции. И можно, то есть, поставить отложенный постинг. И вот эти вот загруженные посты можно распространить по всем своим группам. То есть по группам. Также можно здесь по аккаунтам. То есть все это можно распространить одним нажатием кнопочки. То есть создаем определенный пост и распространяем его по всем своим группам, аккаунтам. То есть что дает нам очень большой охват и хороший результат. То есть не надо это все будет делать вручную, на каждую группу заходить. Создавать. Здесь это делается вот с помощью нескольких нажатий кнопочки. Вот также этим модулем можно воспользоваться, например, скопировать можно какой-то свой определенный пост. Все, пост копируем и распространяем, то есть его по всем своим группам, по всем своим аккаунтам. Тоже классная фишка. То есть сделали один пост и потом его распространили. Также можно сделать репост. Лайки здесь можно поставить тоже с помощью этого модуля. То есть можно до 10 лайков ставить. Вот, и очень много функций, которые, в принципе, можно посмотреть и разобрать. То есть в каждом вот этом модуле. Сейчас зайдем в модуль пост. То есть есть отдельные видеоуроки. То есть и по каждому модулю уже можно вообще просто подробно посмотреть, что здесь можно сделать и как с этим работать. Так, идем дальше. Модуль CRM. Очень классный модуль. То есть как раз таки он нам тоже будет в дальнейшем нужен для работы. Вот этот модуль нам необходим для того, чтобы мы перешли к какому-то определенному человеку. Вот здесь, например, поставили ему статус. Вот здесь есть. То есть вот эти статусы можно тоже будет добавлять. Есть такой инструмент шестереночка. Управление статусами. И вот здесь вот самая интересная фишка. Можно добавить статус. То есть у нас человек, если в какой-то проект зашел или еще что-то, то есть присваиваем ему статус. И потом здесь вот можно напротив этого статуса поставить вот эти вот галочки, то есть поставить лайк человеку, добавить его в друзья, то есть автоматом. В друзья даже добавить его в группу, пригласить. Вот и самое важное, что можно, поставив этот статус, можно сразу же вот ему отправить какой-то файл и сообщение. То есть вы поставили человеку статус, и ему отправляется определенное сообщение по тому статусу, который вы ему поставили. То есть очень упрощает работу. Именно когда у нас появляется уже много людей, мы приводим их в какой-то проект, какую-то систему заводим, то есть ставим им определенный статус, и система им отправляет уже сообщение, то есть и файлики, которые мы здесь добавим. То есть очень классная фишка, которая упрощает нам работу. Вот и еще один очень классный модуль, модуль чат-бот. То есть здесь мы можем подключить какую-то любую из своих групп, вот, и создать уже в ней чат-бот. Сейчас я покажу это, как у меня сделано на другом аккаунте. Вот переходим в мой основной аккаунт. То здесь у меня вот этот чат-бот настроен пока. То здесь можно подключить три группы для этого чат-бота. Вот у меня сейчас здесь в группе для партнеров он подключен. То есть здесь можно создать вот такие вот кнопочки. Каждая кнопочка уже будет вести именно на определенный материал, который мы вот здесь уже загрузим. То есть здесь мы создаем определенное сообщение, и человек, нажимая на кнопочку, получает это сообщение. То есть это тоже очень упрощает работу. То есть когда мы людей прям приводим, также этот модуль можно подключить не только к группе, но и к беседе. То есть мы создаем беседу в нашей группе,
И с помощью этой беседы человек уже заходит в нее и уже начинает, например, идти по ссылочкам и получать информацию о проекте, например, каком-то, о ваших продуктах, кто вы такой узнает, то есть и всю полезную информацию здесь получает. Вот и, то есть этим модулем я считаю, нужно обязательно пользоваться для автоматизации вообще всех процессов, которые происходят у нас в ВКонтакте, чтобы не тратить свое время на то, чтобы отвечать постоянно людям. Ведь люди могут зайти в беседу, созданную вами, и уже по кнопочкам получить нужную им информацию. Так, вот такой обзорчик я сделал небольшой, и давайте теперь посмотрим, как это все работает и как это можно будет использовать для настройки всей нашей дальнейшей системы. Вот опять же перейду в свой аккаунт, который сейчас у меня работает. Здесь также вот добавляются друзья, вот постоянно идут. Заявочки, заявочки, то есть и получается наш бот уже отрабатывает. Вот и, например, человек, мы ему отправили, приветствую Алексей, принимаю вашу заявку, вот и даем ему ссылочку уже на подписную страницу. Вот и в сервисе Super SMM есть такая штука, как быстрые сообщения. Вот и здесь вот мы можем уже настроить воронку, то есть как мы будем отвечать человеку. Есть быстрые сообщения, супер быстрые сообщения. То есть здесь даже какие-то можем подставлять, получается, ключевые слова, то есть как человеку можно отвечать. И можно настроить воронку сообщений. То есть у меня вот здесь настроено. Вот есть сообщение. Нажимаю вот эту штучку. Карандашик. И у нас уже, вот мы сделали рандомайзер. То есть у нас разные сообщения отправляются. И мы им говорим, что у нас направления с вашей деятельностью схожие. И у нас есть для вас презент. То есть и также можно дать ссылочку на либо на свою группу, либо на какую-то подписную уже нашу страничку именно в Sendler. Также у меня здесь настроены сообщения для людей, которых мы поздравили с днем рождения, они ответили нам спасибо за поздравление. То есть мы вот тоже такое сообщение говорим всегда, пожалуйста, пользуйтесь там какой-то нашей бесплатностью. И также можем их пригласить в свою группу, например. То есть многие люди реагируют на это и уже заходят в нашу группу. То есть нам вот эти все действия как раз-таки понадобятся для работы всей вот этой нашей системы, которую вы узнаете уже в пятом уроке. Вот как раз-таки в следующем уроке я вам покажу, как можно настроить вот такой вот поток прихода друзей, с которыми мы будем как раз-таки работать, отправлять им вот эти сообщения и вести их по нашим воронкам. Тем самым уже добавлять их в рассылку в Sendler и приглашать их также зайти в этот обучающий курс, который вы сейчас смотрите. Вот также продолжает система работать, то есть вот только что отправилось человеку сообщение «Доброго времени суток, Людмила», и даем ему ссылочку уже на нашу подписную страницу. То есть, но самое главное здесь это делать ссылочки именно на ВКонтакте, чтобы эта ссылочка шла на подписную страницу. Размещать здесь какие-то сторонние ссылки на ресурсы внешние, то есть здесь это за это могут заблокировать. Поэтому я вам покажу, как это все делается, как настраивать Sendler, как эту всю систему запустить. Поэтому давайте переходите к следующему уроку, выполняйте домашнее задание и будем продолжать настраивать нашу систему. На связи был Вячеслав Попилкин. Жду вас в третьем уроке.